Всем здорово, танкеры! Сегодня новый розыгрыш завезли, прикольно! 2 июня! Ой, это уже июнь, мамочки, как время быстро летит! Короче, есть прокрут в 8-м прокруте за одно золото, это очень круто, и этот розыгрыш весьма немножко выгодный, потому что за 50 золота, если выпадет что-то годное, будет очень круто! Пишите комментарии, что вам выпадало, а мне с 1-го прокрута на основу выпала свободка. Хорошо. Это для разнообразия, они сделали для баланса, так сказать, ребалансили свободку, и теперь не по 2000 свободки, а по 1750. Это все может означать только к тому, что скоро добавят новый розыгрыш на огромный сюрприз или розыгрыш бомбический. А что, когда? Так думаю, что завтра, скорее всего, его добавят. А если не добавят, значит все мои догадки были интересными, а ВГ нелогичными. Ну ладно. В общем, приятного просмотра, а мы погнали. Собери все, ребят. Отлично, на основу уже 2 раза выпало. Вот это я понимаю. То есть сейчас нам может повезти. Еще мистик, пожалуйста. Да, мистический контейнер на основу. Вот это да. Фух. Друзья, если вам выпали танки, это очень круто. Я вас поздравляю. Что же мне выпадет? Свободку всю выбил 3 раза подряд уже. Ну не подряд, конечно, но вы поняли. Так, и заодно золото. Вот к чему я стремился. Так, давай. Ууу, X10, у меня и так их полно было. Ладно, друзья, открываем контосы. Кстати, друзья, у меня Action X в продаже танков не было его. То есть я не мог его восстановить. Эх, жалко, танк не выпал. Давайте купим за 1500, вдруг танчик еще выпадет. Так сказать, за 500 золота 3 контейнера. Что-то вообще не повезло, ребята. Последний мистик открываем. Так вот, к чему я клоню, ребят? Через ЦПП я восстановлю Action X. Он был у меня до переноса с RU сервера на Евро. До переноса аккаунта был Action X. И, в общем, через ЦПП я его восстановлю. Он же тоже будет стоить скоро, ну, может, не скоро, но 3750 золота, потому что это будет новая 8-ка коллекционка. Нормально. А девушке на аккаунте выпадает сразу с 1-го прокрута мистик. Ого, ребят, легендарный обвес новый, капрал. Это очень прикольный обвесик. Он получается еще на фаша, может, можно его поставить. Очень прикольно. Так, ладненько. Ну, я так понял, на все французские танки, короче, вроде бы как. Ну или не на все. Так, неплохо, собери все, я уже 2 штучки. Сойдет. И заодно золото, ребят, специально не будем скипать, чтобы, возможно, нам повезет. А ну-ка, давай. Да, мистический контейнер. Ну что, выбиваем уничтожителя, потому что она очень хочет, чтобы у нее был уничтожитель. Так, собери все, дает нам что-то ненужное. А мистик? С мистика у нас падает. О, мамочки мои, как так-то? К сожалению, свободка. Короче, друзья, если сейчас не упадает сертификат, то... Аватарка. Я отдаю всю свою удачу вам сегодня, чтобы вам выпадало самое лучшее. Ну а дальше я буду открывать на своих твинках, где у меня будет золото совсем немножко. Да, хотя бы один мистик выпал, отлично. То есть, вдруг повезет. А ну-ка давай. Я стараюсь открывать на 2-3 секунды, чтобы выпало что-то годное. О, 500 золота, прикольно. Ребят, это хорошо. Теперь у нас есть еще шанс крутануть розыгрыш. Ну, тут уже свободочка. Но зато у меня было меньше золота, чем стало, так что нормально. Везде бы так окупаться. Фух, обвесик выпал, сочувствую, едем дальше. Так, ребята, в общем, я хочу за 50 золота, чтобы, знаете, на аккаунтах, где нет реальной голды, чтобы голда появилась, или танчик, что-нибудь такое, что окупится люто. О, видали, за 50 золота мистик, вот это я понимаю. Все, и теперь по логике мне выпадает что-то... Самое годное, ребят, 100 тысяч серебра. Это, кстати, аккаунт был позитив без доната. Помните, я там Хари на стриме качал? Вот, серебро как раз мне нужно было, чтобы купить 7-ку. Прикольно. Так, ладненько, тут у нас выпадает свободочка. Сочувствую, ребят, сочувствую. На этом аккаунте у нас тоже один прокрут буквально. Надеюсь, выпадет сертификат мистический с мистика, который у нас сейчас выпадет. Или собери все. О, да, мистик сойдет. Хорошо. Фух, ну что ж, готовы? У нас выпадает... Жестко. Короче, друзья, заходите в закрепленный комментарий, чтобы забрать удачу, это очень важно. Если вы каким-то боком прошли мимо видоса, ребят, там где новейшие баги, абсолютно совершенно новые баги, 30 минут я вам их показываю, к
Кто не видел, просто зажмите там лайкосики, прожмите, зайдите, зацените. Это очень крутые баги, которые вы сами будете с удовольствием проделывать, что в боях, что в тренировочных комнатах, потому что это очень здорово. Ребят, мне выпал легендарный камуфляж Корсика, или Корсика, как он там правильно отображается. Так, ладно. Ну что ж, в принципе, все неплохо. Кстати, досмотрите ролик до конца, потому что я с удовольствием мистик выбиваю, имба. Я с удовольствием загадаю танчик, который вы вряд ли отгадаете. А у нас упадает... Друзья, что-то ни одного мистического сертификата. Что это за беспредел? Не понимаю. Ну ладно, ничего страшного. Как говорится, ведь я кручу этот розыгрыш, пока мне не повезет. То есть мне еще не повезло от слова совсем. То, что выпали контейнеры, это еще наполовину повезло, но это не считается как повезло. Поэтому мне нужно какой-нибудь хотя бы танчик выбить. Коллекционный или просто прем, который станет коллекционкой, тоже классно будет. Так, а мне падает все свободка по КД. Пишите реально комментарии, что вам выпало. Ребят, здесь мне реально как бы повезло, но не с розыгрыша. Мне выпала бесплатная голда, благодаря чему я сейчас крутану пару раз. X10, свободка и свободка. Сочувствую, ребят, реально могло повезти. Жестко. Ну, в общем, мое мнение насчет этого розыгрыша. Розыгрыш выгоден, если крутить за 50 золота, вот и все. Если крутить дальше на втором пропуте за 150, никому уже не советую, потому что, ну, оно того не стоит, друзья. Но если, конечно же, повезет, то повезет. Но никто не знает, ребят, кому повезет, а кому нет. Вот мне как бы повезло, да? Мистический контейнер выпал, а с него у нас упадает... Давай. Ребятки, 200 золота. Ну, знаете, я голду потратил, я голду вернул. Так что нормально. Больше, чем было, стало. Поехали дальше. Так, на следующем аккаунте у нас есть всего лишь 100 с плюсом золота. Тоже хватит всего лишь только на один прокрут, с которого у нас упадает. Да, мистический контейнер. Как бы мне везет, но опять-таки, нужно, чтобы повезло. Танчик выпал какой-нибудь крутой. Или, не знаю, честно. Вот, а мне аватарка ловец в молнию упадает. Просто. Я не знаю, как на это реагировать уже. Ну ладно, будем радоваться каждой мелочинке, потому что нас скоро ждет целых 3 месяца халявы, радости и, в общем, днем рождения вон Блиц. Так, ладно, едем дальше. Еще, ребятки, какой-то фон такой, знаете, прикольный. Там башня, типа Корсика, у нее башня, ну, у нее лючок на башне, как сама башня, вот и все. Здоровенная. Поэтому вот так вот. Фух, ладно, ребята, как есть, так есть, потихонечку фармим хотя бы ресурсы. Ведь ресурсы в августе тоже пригодятся, не нужно это забывать. А самое крутое, то что нам скоро дадут подписочку на SRV81, в конце которого будет контейнер, ребят. Не просто контейнер, а автомат, как это называется, ребят? Автомат тех листовок, я уже забыл. Короче, автомат шариков. А, лотерейный автомат, вот. С помощью него, ребят, там будет 53, можно выбить разных шарика. Среди них есть 3 шарика, которые бриллиантовые. На эти бриллиантовые шарики, как я правильно понимаю, каждый шарик бриллиантовый будет определенно что-то значить. То есть именно его определенный какой-то можно обменять на определенную награду. Первая награда, ребята, если вы попадете... Такой шарик, который может позволить вам выбрать один из танков 7 до 10 уровня. Там получается 10 танков будет от 7 до 10 коллекционки или премы. Либо вам рандомно какой-то контейнер или случайный короче, какой-то танк вам гарантированно дадут за этот бриллиантовый шарик. Если вам лютейше повезет, вам выпадет бриллиантовый шарик, который можно обменять на анимированный аватар, друзья. Как-то там Lucky Blitz или что-то типа того, я уже не помню. И самое главное, что этот аватар анимированный можно, ребят, обменять просто на 100 тысяч золота. На Евросерии у нас такого еще не было. Ладно, и последний бриллиантовый шарик вам даст возможность обменять на фон профиля, тоже крутой, который можно обменять на тоже 100 тысяч золота. Если это все правда, это будет просто невероятно, и нас ждет самое крутое впереди. Так что приятного вам там выбивания и всего наилучшего. А я загадаю танчик. Фух. Так, какой же мне танчик загадать, друзья? Это танк 7 уровня. У него 300 с плюсом средний урон. Он очень редкий и он прокачиваемый. И его мало кто качает вообще. Через него мало кто идет к десятке.
А что еще хочу сказать? Это тяжелый танк. Да, мы танк выбили! И он станет коллекционный, Т-26Е5. Все, друзья, нам повезло. Попробуйте отгадать танк, который я загадал. Всего вам наилучшего, покеда и отличного настроения.